Зовут Оля. Я хочу рассказать о своей самой-самой первой вышивке. Я вышиваю крестиком всего лишь 3 недельки. До этого я успела вышить одну работу небольшую в подарок мужу. А это вот купила готовый набор от фирмы РТО. Называется «Расскажи мне сказку». Очень мне понравился дракончик, девочка такая, принцесска, кролик. И вот я вышила и придумала вот такую надпись. Это для моей племяшки, ее зовут Милана, недавно родилась, хочу вот оформить и подарить. Хочу сделать такую рамочку самодельную, может быть, из ткани, из кружева, что-то связать. Я так-то увлекаюсь вязанием, вот недавно только стала вышивкой увлекаться. Набор хороший очень, нитки очень красивые, качественные ДМС. Вот еще даже остались нитки. Схема очень понятная, мне понравилась. Единственное, что я зачеркивала схему карандашом, и у меня канва немножко испачкалась. Хорошо, что все как бы отстиралось. В следующий раз уже буду маркером зачеркивать. А так, очень классные символы, все хорошо так проработано. Очень понравился набор и очень понравилась сама картинка. Я потом прочитала в интернете, что это по иллюстрации Марины Федотовой. И у нее несколько ее иллюстраций переделаны в схемы для вышивки. И вот я прям загорелась повышивать вот именно ее картинки. Они все такие праздничные, сказочные, там феечки. Вот. Конечно, не все меня в работе устраивает, ну, так как это мой первый опыт. Кое-какие, конечно, есть грехи, ну, я учусь и как бы думаю, что с опытом ко мне все придет. Вот такая вот работка. Все, всем спасибо за внимание. Счастливо!